3 баллов мы потеряли. Ну, и хотелось бы немножко больше скорости. Хотя в целом я удовлетворен их выступлением на чемпионате. Ну, а теперь будем следить за розыгрышем медалей. Как вы считаете, у кого чуть выше шансы до начала произвольного? Ох, как тяжело сказать. Посмотрим. Скажу вам честно. Хорошую программу, на мой взгляд, поставил Александр Жилин. И ребята немножко по-другому раскрылись. К сожалению, мы видели несколько шероховатостей. Но надеюсь, что судьи этого не увидят.